дожди. «Почему языки такие разные?» – так называется книжка Владимира Полунгяна, члена-корреспондента Российской академии наук, которая вышла в издательстве АСТ. К сожалению, несмотря на то, что этот вопрос сформулирован в названии, ответа на него в книге нет. Зато есть довольно много самых разных сведений, как языки меняются, чем они отличаются один от другого, какие семьи языков существуют. Про некоторые слова мы сами еще понимаем, что они чужие. Они, так сказать, пока живут в языке, как гости, полуиностранцы. В основном это слова, которые вошли в язык недавно. Всякий скажет, что «эксперимент» или «компаньон» – слова не русские. Это действительно так. А знаете ли вы, что когда-то были русским языком заимствованы такие слова, как «блюдо», «буква», «изба», «осел», «хлев» из древнегерманского, «грамота», «свекла», «тетрадь» из греческого, «алый», «башмак», «богатырь», «колчан», «лошадь» из тюркских языков. Во всяком языке заимствований очень много. Языки, живущие по соседству друг с другом, легко проникают друг в друга и, так сказать, обмениваются своими словами. О французских заимствованиях в английском языке нам уже приходилось говорить, но в современном французском языке, как и во многих других, в том числе и в русском, теперь немало английских заимствований. Любопытна, например, история слова «шапка». Несколько сот лет назад оно было заимствовано русским языком через польский и немецкий языки из французского. Старая форма «шап» — современная французская «шапо» в значении «головной убор европейского образца». Однако позднее французский язык сам заимствовал это слово из русского. Теперь наряду со словом «шапо» в современном французском языке есть и слово «шапка», которое обозначает теплый головной убор на меху русского образца. Книги на дожде.